Всем привет, дорогие друзья! У нас суббота. Мы заехали за Эджином. На улице минус 14, но очень сильный ветер, холодный. Достаточно холодно, у меня руки замерзли. Я взяла двое варежек. Сейчас поедем в лес. Так, вот ребята вышли. Сейчас Эджина сводит в определенное место. Ушел твой папка. Пойдешь один гулять? Смотри, как он смотрит за ним. Все, Эджин, тебе придется с нами жить. Да. Ушел, все. А на Дилю? Обрати внимание на Дилю. Песенка спета. Поехали гулять. Да, поехали. Да, поехали. Чё ты? Все, ладно, поехали. Все. Очень холодно, ветер ледяной. У нас вчера снег шел. Вот. Свеженький лежит. Такой красивый. Было где-то минус 6-7. А сегодня уже такой мороз и холодный ветер. Руки мерзнут снимать, камеру держать. Ой, это самое неудобное зимой. Быстро садится телефон, и руки очень мерзнут. Так, ладно, побежим, сейчас они догонят. Надо согреваться, потому что ноги, руки вообще просто колели. Хорошо, Эджин, и Деля молодец. Солнышко поднимается. В лесу не такой ветер, как вот в городе. Сейчас вот пробежались, прошлись несколько километров, уже жарко стало. Да Иджин, он прям вот лезет, на коленочки хочет сесть, да? Да? Иджин, да не толкайся, ну ты почему такой?
Иджин. 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 Дель, вкусно. Что? Что такое? Дальше. Да ты что делаешь лапой своей? Деля, Деля, не надо. Ну, грязная будешь. Пошли, хватит. Хватит рыться тут. Давай по снежку. Опять она туда. Что она там делает? А? Получил. Валяется, валяется. Вижу, как ледокол.